О реализации национальных проектов говорили накануне в Клинском информационном агентстве. На вопросы журналистов отвечала глава округа. И прежде всего разговор шел о демографии. Тема встречи – реализации национальных проектов. Всего их 12. Демография – один из ключевых. Основная задача – увеличение рождаемости. И здесь Клин в авангарде. Традиция главы округа делать подарки новорожденным переросла в областную программу «Я родился в Подмосковье». 10 молодых семей в этом году оформили льготы на приобретение жилья. 4 многодетные семьи получили летом жилищные сертификаты. Потому что у нас есть и 7 детей, и 8 детей, и даже 9 детей, которые, соответственно, подходят под эту программу. Я каждого из тех, кому вручала эти сертификаты, задавала один и тот же вопрос. Вы будете улучшать свои жилищные условия, и вы собираетесь переезжать в другой округ, в другой регион? Все они ответили нет. Правильное питание – залог здоровья. 5 регионов вошли в программу по изучению питания детей в детских садах, школах, дома. Клинский округ в составе Московской области участвует в исследовании. В рамках реализации национального проекта «Демография» сейчас идет большая работа по изучению тех, может быть, уже можно говорить, даже устаревших нормативов, да, которыми пользуемся для формирования набора продуктов питания для дошкольных учреждений, для общеобразовательных учреждений. И сейчас в рамках этого проекта еще более шире рассматривается решение этой проблемы, изучается в принципе, что едят сегодня наши дети. Цель программы – сначала изучить вопрос, а затем на основе полученных данных разработать новые актуальные нормативы и рекомендации по питанию. Наталья Российская, Алексей Буланов, Анастасия Гарбузова. Новости дня.